Ты что, ж дух, что ли, играешь? Что такое? Помню, там пацанам место уступлю. Справедливо. А вот сейчас это око, ой, рейды идут в 8 часов или в 7? 19. Блин, тебе тоже поздно это все фигня. А, все, сейчас лечу уже, ага. А чё там с его Глорой? Ты Глорой? Ну, поздравляю! Надо с Глорой, ну ты вообще... Царь, блядь, микрофон тут заключен. Чё, он тебе там мешает, что ли? Да. Эй, вы чё тут? Танкуйте, блин. Вторую Глору на Фурика, наркоман что ли? Ходить. А там сейчас профитнее 277 на самом деле продашка. Нет, на ДД, на Фурика. Там прок, на, там сильный прок на крит, понимаешь? Она прям очень хорошо заходит. Хилить надо. Что, зайти показать, как хилить надо? Наркоманы. Ну, видимо, танки так танчат, нет? Нет. Други в том числе. Ха-ха-ха-ха.
Да, сбрасывал. Он срывается на одного удара и обратно прибегает. И он бьет так хорошо, ну, РДДшников почти сразу ложит. Лата еще выживает. Сейчас я кофе налью быстро. Я обычно танчу этого хмыря, который откидывает. Так будет лучше. Какой микстурка Касуки? А, он этот, ДК? Да вон, он же на нем крест стоит, а вон метка стоит крестовая, туда рез стоит. Метка крестовая. Кого идет? А где держи? И ему нет лайт, он просит. Если есть у кого джесс, поставлю. Так, скрести этого, блядь, кроша держать, да? Забери квадрат.
Я уже стал. Ну, я только не сбиваю. Стан не пошут уже. Привет. Блять, у меня КД. Дети кас. Да, он, короче, не притянулся, нихуя. Не-не, я наверное, на длинный я не знаю, что у вас стоит финка на ногах. Стоп, подал череп.
Пускай милики долбит, блять, хилы захилит, а то, что он хилится, там вообще, блять, такой процент маленький, блять, больше дамаги глупите, ёпта, я не мог. Милики, идите хуярьте нам. Это неправда. Что если... неправда? Что неправда? Посмотри, сколько он отхилит, и сколько ему, блять, накидают, посмотри. Одного отхилит, он два коса. Там бьет один дурачок. Если еще кто-то прибавится, то будет хуёв. Всегда бьется, все зависит от ТПС, который у нас, и от хилов, которые отхиливают этот урон, который приходит в ад. Шейка урона, плюс сопроты, которые у вас есть. То есть... 4 кого отхиливается. За одну секунду вы наносите больше 4 камеры. Конечно. Да я на мастера никогда внимания не обращаю. Да уж там не было 5 человек или сколько лежало. Поставь его на стоял. Какая разница, в какую он. В самом начале вообще бред. Забрал у меня кружок, квадрат полетел в рейд, нахуй. Я забирал. Нет, нет таких. Он пишет здесь. Царь, заходи. Так вот, да, царь, заходи. А что вы хотите сказать? Я полрейда лежал и потом все равно здесь в тройку вышел. Из РДД вообще никто почти не выходит. Так,
Айроми я бы, блядь, лежал, если бы сейчас в армии был. Нет, это не тот, я-то перепутал ШП, это не наш ШП. Сейчас посмотрю. Написал людям. О, да, будет. Да, сейчас зайду. Все ништяк. Вот, вот это мой ШП. Один вопрос. Да нет, два вопроса. Да три вопроса. Короче, нету мне нужно... мага, брей. Блять. Хорошо, ладно, демон я наебал есть. 4. Все, захожу, я отчет дадут. Тихо, мангал. Это не мангал времени? Дом камера сейчас есть. Потому что Лимон его называл мангалом. Монголом. Он по урону первый, а не по ДПС. Потому что РДД, конечно, будет первым. Понабрали, блин, по объявлению. Это, походу, царь какой-то говорит. Прям странно, да? Ну, не говорю. Гружусь. Батю, бате. Не могу пригласить члена другой группы. Короче, плеяды, царь хлеба всякие там вот эти вот ходят нищие. Какие-то императоры, блядь. А этот дебил Варшок создал такой ник только потому, что у меня царь обезьян стоял. Если бы тебя стоял император, кого бы он создал? Кто Варшок это такой человек, у которого нету своей фантазии, своего мнения. Точнее, оно есть, но оно неправильно. Мастер, дай баночку на СПД. Да нахрен тебе баночка-то, тут ты же царь обезьян. Позови своих, да и всё. Шабли. А, и припотов тогда тоже. Хуепотов, нахуй, это не бьет. Ты что тут решил Джайна убивать? Я? Конечно. Нет. А припоты? Ну так нехуй кидать обмен, когда не... Дай припоты. Иди нахуй, теперь сам берись. Можно арест Ашама 260-го взять надо. В смысле, где припоты мои? Кидай косунки обмен. Тима, дай припотов. Поверил, нахуй, я съебал. Заебись, одну галду дали. Да нет, не было. Факт. Есть. У меня на Xbox есть, на PlayStation.
что-то вообще нихуя не слил. МК по царю обезьян быстро. Сейчас. 249. Мне кажется, зря сейчас 4 раза нахуй. О, вот Тиана, кидай МК, пожалуйста, на царя обезьян. Компонт от ваших вот этих вот 249-х, 259-х. Нахуя ты сказал Киене кидать на тебя, если она кидает на тех как раз, которые маги одеты? Ну кто там, там вон 260 этот, подсвет, кидай на царя, я без... Магнитерогу. О, все, заебись. А рыбы нету, да? Уже сожрали. Юрка, ну-ка, уделай-ка этих всех тут престол, блин. Тут, тут ладно, цари какие-то ладно. Пришли. Да, я бомж, я не дамажу вообще. Шо, о, нормально. Да. Нормальный есть, чек. Да, ходите за эвейду. Не ебаньте, отбеги. Давай. Хуя вы бьете посох, если еще никто не активен? А они наркоманы, тринки проебывают с проками. Пау подкрыли меня, они дома. Я не знаю, по-моему, наркоманы вреют. По-моему, он посухает. Я проебал, что она загружается в дискорд. Ой, не дискорд, не дебай. Они... Выйду. Мне кажется, уже какой-то... Мужик, мужик. Можете меня... Крестик. Так, вас выйди. Мастер, а где демон? Почему ты меня обманул? Глаз. Видите, все долбите, милите, тоже приедете. Thank you.
Да я гроз скидывал рассвету, блядь, мангал. Бил. Дайте сальву по мангалу. Мастер, ты чё не сбиваешь? Долго буду за тебя сбивать. Ты, блядь, даже не думай, я наполовину нахуй сбил. Ты, блядь, чё-то нахуй сбил. Сбивай просто исцеление, я буду сбивать это. Чух! Это... А я ему говорю, потому что у тебя их нет! Такой подбегает ко мне Варшок и говорит: «Царь, я ДПС не чувствую». А я говорю: «Все правильно, потому что у тебя его нет». Там у вас вот, считаешь, что так, где все первые находились в ДПС? Можно меньше летать, пожалуйста. Летать. Да, именно. Ой, ты говоришь, у нас Эллен есть, да? Он лохнул с самого начала. Да все, ты вообще меня обманул, я ненавижу. Че, вы Геру дать? Идите нахуй! Когда активно... А, что? Там еще не активен, что? А, он там, понял. Я думал, уже все такие. Игру, блядь, свернул нахуй окно. Результат или лок олк геру вроде, да. Вот что, слабые уходят, да? Возможность его разъесть-то крайне мало. Р-р-р...
Ром, а ты хорош. Согласен. Бурстануть под этим, блядь. И такой, старый ДПС. Дамажит он твоего вара, ой. Просто я дамажу только именно тогда, когда... Почему бурстануть-то, ты смотри, по урону-то. Я 4 миллиона, ну ты 6, конечно. Но ты по всем бьешь, а я не по всем. Ну ты по одному не бьешь, и что? Я варом здесь топ-1 выходил, и что дальше? Молодец, ну сейчас... Ой, варом выходил, блин, а всем похуй. Тоже варом топ-1 выходил. Да дай ты им, блядь, прожимку нахуй посадю. Если будет следующий сушающий, то там тоже. Там смена что-то. Это, короче, вот что. Это живая бомба, которая никто нахуй не выносит, всем похуй. А чё, блядь, ему фейдер? Или лох, блядь? Лох, да. Сталь, позакрываешь бомбу, правда? Я? Нет. Да? Поехали, да. А, у нас совы тоже нету. Замечательно. То есть ни демона, ни лема, ни совы. И ты меня в этот рейд позвал? Господи. Что за ошибка такая? Да что? Дикого охотника, не понимаешь? Героисми не позволю слушать. Кто даже не уехал по мобам? Нет, это чтобы этот лог никого не убил своих мобов сам. Интересно, у меня была ты это ачива или нет? Не давал, не помню. Да, это лог. А у нас есть слот какой нахуй? А, ну бери его тогда, чё ты, наркоман что ли? Да я не знаю, вот я не понимаю, почему боги себе делают каких-то боссных дестриков, африков, которые нахер не нужны, а демона наиполезнейший спек вообще, кастера он никогда не делал. Потому что они потому что, говне, знаешь, все. Что они делают? А потому что каждый хочет ДПС дать. А в демоне не каждый умеет, вот и все. Потому что руки из жопы растут. Вот почему ты демон не сделал? Потому что я сделал ШП. Я знаешь, как думал? Просто я когда играл, было много локов и мало пристов. Я такой думаю, дай приста сделаю. Я никогда не видел ДПС там, да. Ну блин, у нас в рейде 5 локов было стабильно, вот везде. И, кстати, ни одного демона. Это вообще, это ужас. Мне постоянно это просто замораживает. А что мы лежим, блядь? Встаем, летим, на? Они рывками делают. Я вот жду, когда новая островная шея выйдет, я прям... Не будет новой островной? Да будет, сказали, наркоман, только с другой локации. Еще новый ШП, ой, ШП, ШМ будет.
Там только локация будет новая, блядь, для 20-х уровней. Какая там нахуй шея будет? Будет новая репа с новой фракцией. И там будет новая шея с новыми статами. Можно выбрасывать на. Потому что все, сука, лежат, блядь. И не бегут, нахуй, а бьют пару ДДшников. Они захилятся, они не квест, или как ты сбил. Возможно. Я, кстати, думаю себе лок сделать. Сделать лок и ходить выебываться, что у меня топ-1 СПР. Что ты? Что, он ДПС удал? На этом, да... Че, он так дома? Все, он теперь не может въебываться, потому что он не топ-1 ДПС гильдии. А там, по-моему, это настраивается в аддоне, ты сам... А чё, аддон не пишет, мне ничего не пишет. Не, ну если бы меня захилили, конечно. Так, что там говоришь, кто сдох, тот лежит, ну все. По-моему, сказал лежит. Покажу, как правильно умирать. Знаешь, как умирает истинный воин? Он, короче, прожимает бурсты, делает чардж, дает 32к ДПС с пула и умирает от тычки босса. Вот это истинный вар. А если ты так не делаешь, то как бы и не пока. Ты не вар, а просто и растереет. Да. Просто дерьмище, да. А потом орешь паладин и раки саливу на меня. А всякие вагабунги, да я на себя кидаю там на свои 15. Да. А, я уже потончил, блядь, ворвался нахуй, я одной килку не победил. Пошли вы нахуй. Ну так, вы как вы меня, блядь, прокидите, если я врываюсь, вот эту точку убираю. Мах, обнови НК, пожалуйста. Он никто не пристает. Я когда их спулил, я был в танке, да. Умер, блядь. Почему делать это? Умер, блядь. Да тут половина бьют, половина это смотрит, короче, пол. Вы посмотрите ДПС, блядь. Вы просто посмотрите ДПС и поржите нахуй. Мишка, блядь, танк на первом месте, понимаешь? Ваши ДД, блядь, вообще. Там вообще... Ну, как бы вам сказать, бьют 10 человек. Вот 10 человек сейчас встают, бьют трэш. Да, но у этих 10-рых, блядь, 3600 ДПС. А, то есть 4000 ДПС. Смотри, вот я, блядь, пришел, ударил раз моба, фул агрона мне. Как, блядь?
Чего, блядь? Не, вы понимаете, да? Вы понимаете, что вы магика только по гребе можете почесать и нихуя. Братан, в магике я буду вдудать, ты просто этого не понимаешь. А идите нахуй, я полежу. Слышь, блядь, чертило, вставай, беги. Меня заставил бежать, а теперь вставай, беги. Ёпта, наркоман, глупый. Лох. Царь, ну ты, блядь, не бегаешь, ты тебя откуда, блядь. Мах, обнови еще раз МК, пожалуйста, по мне.